Привет, дорогие наши подписчики, гости канала. Сейчас как раз проезжаю через зону ремонтных дорог. Вот тут они указывают мне, надо немножко помедленнее ехать. Вот так они часто, когда проводятся такие работы, выставляют людей, особенно вот женщин, чтобы они держали этот знак. Наверное, это связано с тем, что когда живой человек стоит, ты больше переживаешь, чем просто стоит, ну, обычный знак из бетона и металла, как говорится. Так что лето у нас в Манитобе — это очень прекрасная пора. Все ждут его, оно теплое и горячее часто. Но для тех, кто это лето проводит в городе, внутри своего автомобиля, мотаясь по городу, это не всегда совсем удобно в связи с этими такими ремонтными работами, которые проводятся все лето на многих улицах, особенно на центральных, на те, которые более такие оживленные, часто движение там. Через вот эти зоны ремонтных работ нужно ехать помедленнее, чем это указано на знаке, потому что часто даже можно увидеть, что они делают приписку, что штрафы даже удваиваются или утраиваются, если вы будете ехать быстро. Даже если указано 50, мы его должны вкинуть до 30, чтобы, особенно если люди работают в это время. Но здесь сейчас не глобальные работы такие проводятся, они просто снимают, ну, где-то сантиметров 5 слоя асфальта. Вот, все, мы уже проезжаем. И потом положит новый асфальт. А так вообще под этим асфальтом лежит такая толстая бетонная подушка, которая держит всю эту дорогу в хорошем состоянии. А подушка где-то, наверное, сантиметров 40. Ну, я так думаю, как минимум, может быть, больше. Вот, поэтому она устойчивая, не разбивается глубоко, только вот этот верхний слой, который после каждой зимы приходится ремонтировать. Где-то они, если немного, то они просто латают небольшие ямки, а если вот уже дорога совсем плохой становится, ее вот так снимают слой и ложат новый асфальт. Вот так оно, так распределяются деньги налогоплательщиков. Это все очевидно, ты можешь посмотреть, как люди трудятся для нас, чтобы нам было хорошо и приятно. Все, до встречи в следующем видео. Пока-пока. Хорошего вам всем настроения.